кто рано встает, в туман особенно, тот грибы соберет. Красота. Вот такая семейка белых. Здоровая. Большие руки, да, большой гриб? Да. Грибов очень много, в том числе и мухоморов. А также есть белые грибы. Еще тут есть шампиньоны. Тоже попадаются иногда. Подберезовики. Маленькие, крепкие. Вот они, белые грибы. Маленькие, только вылезли. Вот такие бабки. Красноголовик. Вот и рыжики нашлись. Еще растут вот такие дождевички. Много маленьких. Это маслята. Вот они, красавцы. Красноголовики. Вот они, красавцы. А бабочки? Хорошие. Белый гриб. Шикарный просто. О, вот это да. Здоровяк. Крутой. Еще один красавец белый. О, какой здоровый. Белые грибы, целая семейка. 4 штуки, красавцы. Ну что, встречайте. О, смотрите, какой гриб. Смотрите, какой гриб. Поставь. Белый. Вы видели? Это царь грибов. Это папина мечта. Даша, смотри. Даша! Ну что ты делаешь? А где мухомор? Мухоморов-то знаете, сколько в лесу много? Понюхай. А можно я тоже? Можно. Мама, я тоже мухомор. Ну вот он, улов сегодняшний. Красноголовики. Но не так их много. Я что-то думал. И поганки. Белые грибы. Вот это вообще красавцы, конечно. И подберезовики. И есть еще маслята. Немножко маслят, волнушек, сыроежек.